В Чувашии завершился традиционный 21-й благотворительный марафон именем детства во имя детства. Сбор средств шел 5 месяцев. С помощью акции «Милосердие и добра» в течение многих лет поддерживаются дети, особенно нуждающиеся в социальной и медицинской помощи. Проведенная работа за эти месяцы позволила нам собрать в копилку 7 миллионов 658 тысяч рублей. И количество участников марафона – это юридические лица, физические лица – это 1661 участник. Это примерно такой же показатель, как и в прошлом году. Мы надеемся, что не зря мы провели закрытие марафона в Порецком районе, потому что еще раз подчеркнули, что Порецкий район собрал наибольшее количество средств в благотворительный марафон в расчете на одного жителя.